И всем привет! С вами Каица. Я начинаю наконец-то уже само прохождение игры Tomb Raider 2, пройдя тренировочный уровень. Начинаем саму игру. Новая игра. Так, вот мы прибыли к Великой Китайской Стене. Вертолет улетает. Так, а мы бежим вперед. Так, идем по воде. Взбираемся выше. За нами пригнался тигр. Давайте расстреливать ее. Да, я опять не сказал, что я буду играть на челлендж. Пользуюсь только исключительно этими пистолетами и никаким больше другим оружием. Черт, это было не очень хорошо. Ну ладно. Поэтому аптечки мне нужно беречь просто. Их просто нужно беречь. Так, бежим сюда. Все секреты я буду собирать. Кстати говоря, секреты здесь в виде дракончиков маленьких. Так, и внизу еще один тигр прибежал. Ну давай, иди сюда. Вот и все. Ложись к своему приятелю. Так, а мы добрались до первого дракончика. Серебряного. Первый секрет в этом уровне, кстати говоря. Давайте сохранимся и узнаем, как называется первый уровень. Великий великие врата, что ли, как-то так вот. Так, что я наделал? Зачем я вышел в меню? Нет. Загружаемся. Меню мне не надо выходить. Так. Избираемся дальше. Выше, точнее. Так, забираемся вот сюда вот. Потом вот сюда вот. И теперь нам надо отсюда вот добраться до туда. Так, нет, давайте спустимся. Не хочу упасть. Так, и теперь вот забираемся вот сюда. Вот тут у нас есть окно, куда мы в скором времени уже попадем. Это Великая Китайская Стена. Так, вот еще окно есть. Можем посмотреть. Так, а здесь у нас решетка в полу, которая сейчас опустится. Так, ну, спрыгиваем в воду. Тут у нас вода, ничего страшного. Так, а здесь у нас закрытая дверка. Нам надо бы ее открыть. Для этого нам надо допрыгнуть до этого рычага, чтобы его опустить. Так, опускаем рычаг. И идем к этой дверке уже. Бежим. Быстренько достаем пистолеты. Это у нас птицы, орлы или кто они, я не знаю, не помню. Так, но здесь не одна птица. Три птицы здесь, расстреливаем их всех. Больше нет птиц. Можно посмотреть, что у нас здесь находится. Так, здесь скат. Да, здесь скат. Здесь мы не посмотрим. Хотя, погодите. Вот там не похоже, что скат. Там, походу, можно ходить.
Так, вот туда, по-моему, можно запрыгнуть. Почему ты скатилась, Лара? Кто тебе такое сказал? Нет. Не хочет запрыгивать, ну ладно. Я уверен, туда можно запрыгнуть. Но, в принципе, в этом нет никакого смысла, потому что там ничего бы и не было. Просто бы запрыгнул, и все. Так. Вообще, нам нужно найти ключ для следующей двери. А для этого нам надо скатиться кое-куда в воду. Так, ну, можно и не скатиться, а использовать... нормальный способ. Так, что у нас здесь? Как мы прыгнем в воду, появится тигр. Ну ладно, хрен бы с ним. Прыгаем в воду. Тут у нас лежит ключик. А, зачем я зажег фальшфейер? Не на ту кнопку нажал. Так. Guardhouse ключ. Так, вот тигр. Нам надо его или убежать от него, или расстрелять его. Ах ты сволочь. Тигрицкая. Как ты меня быстро так вычислил? Ты охренел, что ли? Вот тигр, давай ж, беги отсюда. Так, пытаемся его расстреливать. Чтоб у него без шансов было. Все, он готов. Замечательно. Больше тут вроде бы ничего нету. Здесь это вода. Ну а что еще? Больше ничего нету. Поэтому бежим отсюда. Фух. Взбираемся наверх. И вставляем вот сюда ключ. Дверка открывается, заходим вперед. Тут у нас паучки. Расстреливаем этих паучков. Аккуратненько. Там вот у нас наверху еще паучки есть. Лара сможет их расстрелять. Его, отлично. Так, теперь нам надо... не будем отсюда прыгать. Лучше, как нормальные люди, снизу вверх заберемся по этой лестнице. Так, вот забираемся мы. Так, а здесь у нас есть ключ, еще один ключ. Так, вот мы его подобрали. Так, ну а теперь давайте спускаться вниз, чтобы открыть дверь, запертую на этот ключ. Так, есть еще пауки? Есть дверь. Ржавый ключ. Так, бежим вперед. Расстреливаем пауков. У скелета есть большая аптечка и патрон для ружья. Так, здесь у нас каменный блок. Что нам нужно сделать? Выдвинуть его. Выдвигаем этот блок.
Так, куда-нибудь в сторону его отодвигаем. Вот так вот. Так, ну а теперь бежим вперед. Наверх нам не забраться. Так, скатываемся по этому скату, и здесь у нас сейчас будут эти, как его, ловушки, ну, что-то типа стрел, но не стрел, я не знаю, как они называются, вот такие вот метательные снаряды, которые летят. Так, мы просто переползаем. Было безопасно выбраться отсюда. Так, еще немного и все. Теперь аккуратненько. Обходим этот беспредел. Черт, зачем я опять зажег фальшфейер? Так, здесь у нас скользкий пол. Ну да, здесь у нас были шипы. Надо быть осторожным, поэтому. Так, я хочу кое-что проверить. Давят сразу, блин. Можно ли их как-нибудь избежать? Вот, мне интересно всегда было посмотреть, что там слева. Дверка закрывается. А так меня просто давит. Дверка закрывается. Понятно. О, я выжил. Да, вот было интересно посмотреть, что здесь вообще такое находится. Но здесь ничего нету. Опа, валун упал. Валун застрял в шипах. Интересно. А, ну да, это нам показывают. Блин, ты куда бежишь-то? Ну да, вот тут у нас валун. Он застрял в шипах. Мы спустились на эти шипы. Можем ли мы аккуратненько это обойти, это дело? Черт, мы застряли. А, нет, не застряли. Все нормально. Вот тут у нас есть скат. А, я, кстати, немножко и потерял здоровье. Поэтому нам надо перепрыгнуть этот валун. Так, сейчас быстро прыжок влево и прыжок быстро вперед. Черт, еле выжил. Да, стенки с шипами съехали, и мы продолжаем. Давайте сохранимся. Так, пробегаем вперед. Нет, давайте заново, знаете ли, что-то я слишком много потратился. Так, берем быстро нефритового дракона. И быстро бежим вперед. Еще одна стенка съезжает на меня, но я остаюсь жив. Все нормально. Да, туда уже стоять. А, это музыка заиграла так поздно.
Я взял второй секрет нефритового дракона, и музыка что-то с запозданием каким-то заиграла. Ладно, сохраняемся и продолжаем. Вот тут у нас есть маленькая аптечка. Ты слышал я это уже? Не надо мне напоминать, что я секрет брал когда-то. Заело, что ли? А, точно, заело, блин. Так, ну, паучки, где вы? Где вы еще находитесь-то? Я же знаю, тут еще должны быть. Да, ну, звук секретный заел. А, вот еще. Ну, наконец-то. Вроде ушел. Так, нам надо взять последнюю секретку. Для этого нам надо спуститься вниз. Нет, не ушел. Звук секретки продолжается. Так, спускаемся вот сюда вот. Переползаем вправо. Вот. В эту пещеру нам надо забраться сейчас будет. Так, здесь у нас есть фальшфейры. Давайте возьмем их. Здесь у нас лестница. Переползаем вправо. И по этой лестнице спрыгиваем в самый-самый-самый низ. Аккуратненько, вот так вот. Здесь слишком темно. Но ничего. Можем посмотреть, что у нас тут есть. Зеленая какая-то долина. А здесь у нас сейчас будет кое-кто. Тирекс идет на нас. Убегаем от него. Так, ждем его возвращения. Ну давай, Тирекс, иди сюда. Мне надо тебя расстрелять немножко. Давай, давай, давай. Или падай. Давай, дохни. Ну же, скорее. Отлично. Он свалился. Тут был какой-то череп. Да, это, наверное, те, кто столкнулся с Тирексом. Так, а вот здесь у нас последний дракон. И нам дали еще гранатомет в подарок. Ну давай, иди сюда, гад. Да, еще один пришел. На помощь к своему вымершему приятелю. А, все, он сдох, отлично. Он сдох. И это отлично. Так, теперь нам тут больше делать нечего. Надо сбираться к тарзанке. Той. Так, сбираемся где-нибудь здесь. Вот тут у нас должна быть лестница где-то. А, нет, лестница с этой стороны. Да, и сейчас будем долго-долго забираться. Быстрее забраться, увы, не получится, так же, как спрыгнуть было. Я не должен потратить в этой миссии ни в коем случае ни одной аптечки, потому что это
осталось чуть-чуть, ну. А эта миссия простейшая просто. Здесь, по крайней мере, нет бандитов, которые будут уже с Венецией. А Венеция уже следующей миссией начинается. Так, ну вот, мы забрались наверх. Теперь давайте спрыгивать. Вот здесь вот. Так, и по тарзанке будем съезжать. Давайте сохранимся, что ли, перед этим. Вот, съезжаем по тарзанке вперед. Так. Тигр, гад. Тигр, ты охренел, что ли? Так, второй. Расстреливаем второго тигра. Так, идем в эту пещеру. Здесь у нас есть огонь. Но там ничего, ничего там нет, только коробки стоят, поэтому я даже прыгать туда не буду. Так, вот здесь ноутбук. Он нам позже пригодится. Так, что у нас есть здесь? Вот здесь есть где забраться, кстати говоря. Я вот не знаю, как с катсценами, запишутся ли они. Ну, по идее, должны записаться катсцены. Да, вот туда мы забраться не можем, но оттуда придет один из чайников. Так, ну ладно, сейчас уже конец миссии, давайте посмотрим, все секреты я взял. Нам надо только подойти к вот этим воротам. If that was just your way of trying the doors for me. With a Tommy gun on my keyring. Though not anymore. So after you. Somehow, you don't behave like you got the monk's blood. I understand that somehow is in my favor. So indulge me about the dagger. I'd be indebted with your life. These doors are waiting for the right one. The right time to arrive. And then the dagger's blade will honor the hearts of those who believe. So unless you pledge your loyalty as well. And which one is that? To the sins and fortunes of Marco Bartoli. Perhaps not just yet then. Aha, Gianni Bartelli, Via Caravelli, Venice. Так, и вот мы с вами прошли первую миссию, собрали все три дракона. Я благодарю вас всех за внимание, с вами был Каиса, всем удачи и увидимся в следующей миссии. Пока-пока.